По ситуации с фасадным флигелем дома номер 5 по Польскому спуску. Сегодня произошло обрушение лестницы между первым и вторым этажом. В этом доме дом отселен, в этом фасадном флигеле официально зарегистрирована и проживала одна семья из 5 человек. Сегодня департамент городского хозяйства занимается отселением этой семьи в отселенческий фонд. На сегодняшний день Приморская администрация определена как модератор ситуации по отселению этих домов. Не секрет, что эти дома по Польскому спуску отселяются уже с 2008-2009 года. Мы подготовим информацию, сколько осталось неотселенных квартир. И совместно с фирмой, которая занимается этим отселением, Приморская администрация будет проводить собрание с жителями для того, чтобы определиться сроки отселения, ну и все решить другие вопросы, которые интересуют и жителей, и фирму-инвестора. Дом не подлежит восстановлению, поскольку этот дом с 1996 года признан аварийным. Проводить какие-либо работы по его реконструкции, ремонту, восстановлению нецелесообразно.